Всем привет, ребята! Я наконец-то перехожу на компьютер. Сегодня вам покажу, как сделать трек в стиле Кидалоса. Так, нам нужны вот такие вот сэмплы. Это то же самое, но на октаву выше. Это я с эффектом из Грузбита сделал. Короче, понятно. Это у нас амбиенс для начала. Просто шумы какие-то. Дальше даунлифтер. Импакт такой. Тут драм-луп. Мой трек. Это реверснутый бас. Это реверснутый кик. Это драм-филс. Ну теперь давайте по драмкам там пройдемся. Вот кик у нас. Эффекты не накидывал никакие, только санчейн на мелодию и на бас. Так, дальше у нас снейры. Еще один снейр. Так, хай-хеты теперь. Тут довольно просто. Вот так немножко со звуком поигрался. И панорамирование. Так, дальше у нас бас идет. Тут тоже ничего не накидывал. Немножко, ну, полностью увеличил громкость. Был очень тихий. Еще один паттерн с 808. Все, в принципе, больше никаких ничего нету. Давайте слушать. Вот такой трек у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Пока.